Два человека погибли и столько же пострадали. Это последние данные о крушении вертолета во Владимирской области. Машина, которая принадлежала Центру специального назначения Министерства внутренних дел, рухнула несколько часов назад в лесу. Известно, что после жесткой посадки вертолет загорелся. Как сообщается, он летел из Иваново в Московскую область. Сейчас спасатели и следователи уже добрались до места крушения. Следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте приступили к осмотру места происшествия по факту падения вертолета МВД. Установлено, что два человека погибли, два других получили повреждения различной степени тяжести, и в настоящее время они доставляются в ближайшую больницу на снегоходах. Вертолет же получил сильные повреждения, разрушена кабина и погнутые винты. Рассматриваются все версии произошедшего, это и погодные условия, техническая неисправность и ошибка пилотирования. Также проверено топливо, которым заправлялся вертолет, и изучена вся летная документация.